Азербайджанская община, действующая в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, предотвратила очередную провокацию армянской диаспоры и ее покровителей. Об этом сообщили в Госкомитете по делам диаспоры. Так, председатель общества азербайджанцев Британии Фарида Панахова сказала, что в знаменитом Карлтон Клаб в центре Лондона 5 февраля планировалось антиазербайджанское мероприятие. Его организатором должна была стать небезызвестная баронесса Каролина Кокс, известная своей проармянской позицией и враждебным отношением к тюркизму и исламу при поддержке лорда де Моли и посла Армении и Великобритании Варужана Нерсесяна. Узнав об этом, общество азербайджанцев Британии направило открытое письмо протеста руководству клуба от имени азербайджанской общины страны. Копия письма была разослана главе МИД Великобритании Дэвиду Кэмерону, членам парламента, членам Палаты лордов, министру по делам Европы и Северной Америки Лео Докерти, главе специального комитета МИД Великобритании Алисии Кернс и руководству организации «Голос консерваторов». В открытом письме было подчеркнуто, что в период, когда Азербайджан и Армения близки к подписанию мирного договора, организация такого мероприятия явно нарушает мирные перспективы между двумя странами, что полностью противоречит позиции Великобритании, поддерживающей мир и внешней политике страны. В письме отмечено, что обвинения Азербайджана в этнических чистках, а также в якобы нанесенном ущербе гражданской инфраструктуре в Карабахе или принудительного переселения властями Азербайджана граждан армянской национальности совершенно необоснованны и не нашли подтверждения в соответствующих документах миссии ООН и Международного комитета Красного Креста. Кроме того, было подчеркнуто, что посол Армении и Великобритании, как ни странно, был среди организаторов встречи против политики Пашиняна. Отметив, что в результате продолжения необоснованных обвинений при отсутствии веских доказательств может возникнуть нежелательная ситуация, а также напомнив о прошлогоднем примере Университета Королевы Марии, председатель общества призвала руководство Карлтон-клуба отменить это предвзятое мероприятие. В официальном письме от 22 января 2024 года, адресованном председателю общества азербайджанцев Британии Фариде Панаховой от имени секретаря Карлтон-клуб Саймона Робинсона, было подтверждено, что данное мероприятие в клубе не состоится. Это еще одна победа азербайджанской диаспоры в Великобритании над армянской диаспорой и проармянски настроенными силами, подчеркнула Фарида Панахова.